Добрый вечер всем. Последний день лихорадки сегодня. Сегодня рекорды по камням, тир. С утречка немножко поковырялся. И сейчас вечером опять залез. Утром 3 награды взял. Вечером еще 2. Но думаю, можно еще, в принципе, 1. Не хватает сердец солнца совсем немножко. Есть лишняя сущность статуй. Ой, сущность драгоценных кристаллов этих. 121 тысяча. При переборке из сущности сердца солнца там теряется всего 6 тысяч сущности. Поэтому решил попробовать. Может, что-то получится. Будем переливать из одного материала в другой. Для этого буду создавать зеленый камень. Создаем сначала обычный камень крови. Усиливаем его до редкого состояния. Теперь создаю зеленый из него. У меня вываливается лишнее сердце солнца и теряется немного сущности. В принципе, я могу из лишней сущности сделать 1000 сердец солнца. Но тогда у меня не будет сущности камней, чтобы создавать сами камни. Поэтому аккуратненько, так пару раз. Еще раз делаем то же самое. Редкий камень крови, теперь зеленый. Теперь возвращаем все, как было перед переливанием. У меня стоял эпический камень крови. Сейчас сделаем камень крови. Усиливаю до эпического. И теперь камень на атаку. Он создается из безупречного. Обычный самоцвет бессмертия. Все, у меня появилось 185 солнца. Усиливаю зеленый. Прям ровненько, тютелька в тютельку. 185 израсходовал. И взял еще одну награду. Следующий уровень — это уже 1 900 000. Это мне целый 1 000 000 где-то раздобыть надо. Смотрю, что можно сделать. 79 сущностей осталось. 79 тысяч. Этого не хватит. Могу усилить камень, если 185 солнца будет, но на усиление нужно 37 тысяч, 35 тысяч, 35 700. Это мне на 2 камня. Тогда я сердца солнца не смогу сделать. А что даст усиление? Заходим в рекомендации. Счет драгоценных камней. Из ценного камня крови, если усилить в безупречный, всего 70 тысяч очков даст. А мне нужен 1 000 000. Это нереально. Поэтому даже пытаться не буду. Здесь у меня всего 180 веников. Ни на что не хватит толком купить. Хотел Катигерна взять еще 5 частиц. Не хватает.
будем пытаться что-нибудь придумать. На этом у меня все.